Безопасность чемпионата мира по футболу – обязанность России как страны-организатора турнира. Поэтому на территории городов, принимающих чемпионат, введен особый порядок регистрации граждан. Для гостей Сочи, которые планируют проживать в гостиницах, санаториях, домах отдыха, процесс регистрации практически незаметен, так как этим занимается администрация мест размещения. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства в течение 3 дней с момента прибытия в Сочи подлежат постановке на миграционный учет. Регистрация иностранцев занимается принимающая сторона. С 25 мая на учет поставлено более 8 тысяч граждан. Ежедневно в отделы по вопросам миграции поступает свыше 200 заявок как от самих граждан, пришедших в полицию лично, так и от администрации средств размещения и МФЦ, куда многие также обращаются с заявлениями о регистрации. Чтобы справиться с таким объемом работы, сочинским коллегам помогают полицейские, специально прибывшие для работы в период проведения чемпионата из других районов края. Кроме того, подразделения по вопросам миграции изменили график работы. Подать заявку на регистрацию можно ежедневно, без выходных, с 9 до 18 часов. Свидетельство о регистрации выдается в этот же день. С гражданами, конечно, общались. Они сначала приходят как бы испуганы, думают, что у нас тут безумные очереди, что это все занимает очень много времени и тяжело это оформлять. Но потом удивляются, что, оказывается, все это легко, бланки доступны, все доступно, заполнили, обратились с принимающей стороной. Мы оказали госуслугу и пришли для получения уже в удобное время. Все достаточно быстро. Для меня, во всяком случае, я пришел, в течение 15 минут заполнил, все сдал. Вот, и сказали вечером прийти в 7 часов. Вот, и пришел, получил тоже достаточно быстро, оперативно. Вот, мне, в общем, все понравилось. Жителям Краснодарского края, пребывающим в Сочи, регистрация не требуется, если они постоянно прописаны на территории края. Еще один важный момент. Во время проведения чемпионата подать заявку на регистрацию через портал госуслуг будет невозможно, а паспорт болельщика не является гарантом регистрации.